Добрый день. Отдыхаем вот сегодня в Праге. Пришли на Вацлавскую площадь купить экскурсии в Вену. На субботу. Думали на пятницу взять на завтра, но жестоко обломались. Оказывается, не посмотрели заранее. Оказывается, в пятницу с Праги в Вену никто не ездит. Так что учите, кто будет заказывать все дни, кроме пятницы. Вот взяли в Евротуре, экскурсии находятся вот, где памятник Вацлаву Святому на коне. Если смотреть на него, то с правой вот это вот Евротур. Очень хорошие там работники. Так везде стоит сейчас Вену 45 евро. Мы договорились за 41, позвонили они в офис, разрешили нам по 41 евро. 4 евро, 8, это существенно, это на пиво как раз нормально. Вот, кстати, Грушовица в магазине Пини, называется большой супермаркет. Тут даже не знаю, где он находится, мы брали около своего отеля, отель Ладин. Прага 10. Прага 10, да. Находится там, это сколько она стоит? 31 крона. Это вот, 1,5 литра. 31 крона, грубо говоря, 80 это... там с чем-то рублей. Да, выходит, на если на русские деньги, да, 80, пусть будет 90 рублей. Смотрите, вот это 12 самый оптимальный вариант. Ну, вот так вот сидим, погода замечательная. Народ гуляет, все радуются, как что прошла группа то ли ирландцев, то ли это переодетыми. Костюмы из этих спасателей, или как они, мэрвел, студии мэрвел, мстители. Так вот породят разные персонажи, говорят, появляются интересные. Приезжайте, заказывайте туры. Вот, говорю, вот самое вот сейчас сделали хорошую скидку. 8 евро, я считаю, это нормально. Евротур. Так что в субботу едем в Вену. Погода вроде обещает очень хорошая. Ждите следующего видео из Вены.